Мама, привет. Папа тоже. Блин. Дубль два. Надо ее снять. Это что ж такое? Увидите же. Здесь не хватит. Отлично. Тебя решила поснимать? Как дела? Нормально, упал пару раз. Упал? Сильно? Да? Ого! Езжай вперед! Я такой классный. Угу. Потанцую на камеру. Чего? Тут. Ну поехали. Опять я встала. Чего? Только что ехала. Мигает. Нет, да. Нет, да. Слушай, сегодня свой прикол, этот снег так красиво.
чуть-чуть. Почти доскакали. Все, поехали. Мы всегда держимся левой стороны, не правой, то есть никуда не поворачиваем. Классно, снегом припало все, да? Что, не доедешь? Я тоже не знаю. Алло, ну как ты где? Все хорошо, тебе нравится? Супер. Нам продлили, короче, катание. Автобус будет в 6:30. Что? Сейчас 4:04. Ну, ты как эту новость воспринимаешь? Ну классно, я тоже, честно говоря, порадовалась. Сейчас такая погодка как раз прикольная, этот пушистый снежок. И людей мало. Да. Короче, есть 2.5 часа. Ты где думаешь кататься? Можем проехаться на ту пятую, если хочешь. А, уже нет. Ты будешь здесь кататься все 2.5 часа? Ну да. Давай тогда встречаемся попить что-то наверху. Наверху первоподъемника, там, где на повороте есть кафешка. Между черной трассой и твоей. Ну, там, где ты поворачиваешь, там, где ты, у тебя перерыв обычно. Там, где есть, короче, спуск вот этот на черную, а там такая кафешка написана «Глинтвейн». А ты сейчас где? Только слез с подъемника? А, так жди, я сейчас поднимаюсь на подъемнике. Давай сразу туда и зайдем сейчас. Потому что мне уже пить как раз хочется. Жди меня возле этой кафешки тогда. Или возле подъемника жди. Я сейчас уже почти наверху, давай. Здорово. Привет. Как? Ты что, нормально? Прикол. Я тоже каждый раз какой-то новый способ придумываю. Я вот такой, ну типа, вот так пробовала. Ну так неудобно. Можно одеваться. Вот это черная горка.